В этом году одному из крупнейших образовательных учреждений Рязанской области РГУ имени Сергея Александровича Есенина исполняется 100 лет. В стенах этого высшего учебного заведения училось не одно поколение рязанцев. И чтобы увековечить неотъемлемую составляющую вуза, сегодня на территории университета был открыт памятник Шурику и Лидочке, знаменитым студентам из кинофильма «Операция И» и другие приключения Шурика, режиссера Леонида Гайдая. Идея, в принципе, установки скульптурной композиции родилась примерно год назад, когда мы планировали празднование векового юбилея, и когда думали о том, чтобы этот праздник почувствовался и за пределами университета, и мы думали, что нужно сделать какой-то подарок горожанам. Конечно, это было не единственным вариантом решения этой скульптурной композиции, рассматривалось более 20 вариантов, но мы остановились на ней, потому что это действительно связь поколений и тех традиций, которые университет закладывал последние 100 лет. Студенты являются главными действующими лицами университета, а также участвуют в его развитии и становлении, делая его лучше год от года. Когда мы думаем, вообще думаем, что какой он должен быть классический студент, то, наверное, мы вспоминаем вот образ Шурика из фильма «Гайдая». И вот эти приятные ассоциации теперь у нас не только будут в голове, но и, собственно говоря, во дворе нашего университета мы всегда можем присесть к ним и понять, какой же он настоящий студент. Памятник Шурику и Лидочке сразу же пришелся по вкусу учащимся РГУ. Целый день вокруг него собираются студенты, чтобы стать чуть-чуть ближе к героям любимого фильма.